как писал Садуновый. Человек смотрел YouTube, на котором шла цветочная церемония. На цветочной церемонии по регламенту, и, в общем, люди, которые регулярно смотрят биатлон, это знают, гимн не играет. Не исполняется гимн. Для гимна существует церемония награждения. Но товарищ, который делал эту новость, это не знал. Вот. Ну, видимо, не смотрел биатлон. Поэтому он написал. Поэтому, когда организаторы, ну, они же свой косячок небольшой дали, они включили зачем-то гимн. Этого им не надо было это делать. Вот. Когда они поняли, что они ошиблись, они гимн прервали, и все сошли с пьедестала. Вот. И чтобы потом зайти уже на цветочную церемонию, гимн исполнить. Но товарищ решил, ага, вот она, вот он мой звездный час. И сделал новость. Красавец. Гимн во время этой церемонии не должен был исполняться. Поэтому его прервали, и спортсмены сошли. Все, что там было.